Всем привет-привет. Смотрю, еще два человечка зашло. Ага, замечательно. Все хорошо, да? Ну, все супер, я рада. Итак, дорогие коллеги, мы с вами сегодня уже встречались, с кем-то встречались, с кем-то нет. Поэтому я вас хотела бы еще раз позвать в среду на поздравлялки. Это первая среда от начала каталога в 19:00 по московскому времени. У нас с вами поздравления проекта, приросты были ошеломительные, очень много открылось, 12, 15 и 19%. Мы с вами будем обязательно поздравлять новоиспеченных топ-лидеров, обязательно будем поздравлять новоиспеченных директоров и старших директоров, и обязательно поздравим лидеров с закрепленными званиями, те, которые смогли подтвердиться в этом каталоге. И сейчас у нас с вами вебинар, с чего же начинается наша работа, будем раскладывать свою работу по полочкам. И, конечно, в первую очередь нам не смогла, да, ну ничего страшного, на канале YouTube есть запись. Запись, можно ее пересмотреть, причем мы сидели долго, полтора часа. Вот, я думаю, что вы не устали, да, если устали, ну ничего страшного, сейчас я вкратце вам все расскажу. Быстренько будем работы по полочкам раскладывать. Итак, лично моя работа, серьезная работа, началась с изучения информации о компании. Если мы с вами уверены в компании, уверены в надежности бизнеса, то бизнес строится легко и просто. Если мы же с вами не уверены в надежности бизнеса, то, конечно, бизнес строится тяжело. Во-первых, разрешите представиться. Меня зовут Кононова Аня. Мы в звании старших национальных директоров добились этого звания за 2 года и 4 месяца. Мы его не только добились, мы его уже подтвердили и получили премию. Вот. И на эту премию мы купили вторую по счету квартиру. Поэтому я считаю, что бизнес Фаберлик более чем надежен. У меня идет стаж. Через 4 месяца после регистрации в компании я уже заключила договор с компанией. У меня начался настоящий трудовой стаж. Вот. Ничего страшного, Ириночка, мы тоже опоздали, мы смотрели клип, поэтому много не пропустили. Конечно, тесное сотрудничество с компанией Фаберлик у меня началось именно вот с этого вот анекдота, да, кому-то анекдот покажется смешным, а кто-то в него вдумается и поймет, да, что иногда на самом деле все осуществимо, лишь бы у вас был настрой, терпение и желание идти вперед. Это очень-очень важно. Раньше я эти слова не понимала, но сейчас я их понимаю как никто другой, потому что до 30 лет я 10 лет отработала на работе по найму. Я работала, как вы знаете, и на макаронной фабрике, и визажистом я работала, и я работала и продавцом, и младшим воспитателем в детском садике, специальности у меня куча, да, я и пельмешки ляпала, в цехе сидела и так далее, и я вам хочу сказать, ни одна работа не приносит столько денег, как свой легальный бизнес, вот. А всем опоздавшим доброго вечера. Итак, сегодня у нас с вами вебинар для новичков. Мы будем все раскладывать по полочкам, с чего же начать. Да, начинаем мы с вами с головы и обсудим вкратце нашу с вами специальность. У нас не только можно покупать для себя, у нас не только можно получать все акции, подарки, привилегии, о которых я рассказывала с утра, а если нужно, просите во вкладке «Вопросы» запись дневного вебинара, я вам вышлю обязательно в конце вебинара. Вот, и, конечно, наша специальность еще и занесена в госреестр всех профессий. Это профессия 21 века, потому что очень многие сейчас зарабатывают как с помощью фрилансеры. Прямо на дому, зарабатывают на дому, потому что это стало актуально, мы и за квартиру платим, да, не выходя из дома и так далее, и так далее, да, все наши платежи происходят дома, вот, и, конечно, менеджер сетевого бизнеса, она занесена в государственный реестр всех профессий, и работаем мы с вами очень даже в хорошей компании, которая существует 20 лет на рынке, очень хорошем проекте, который прям один за всех, все за одного, мы очень дружные, да,
Вот. И, конечно, результат всех наших трудов, тех, кто уже стал директорами и выше, это новый образ мышления и новое качество жизни. Ведь статус директора – это не только хорошие выплаты, да, это не только много свободного времени, потому что вы работаете дома с семьей, но это еще и престижный статус, так ведь? Вот. Поэтому… Также профессия сетевого бизнеса теперь преподается в крупных вузах мира, в частности и в России. И хочется перейти к теме, за что же платит нам наша компания Faberlic. Компания Faberlic платит нам исключительно за созданный нами для компании товарооборот. Да, у нас на проекте есть множество лидеров, некоторые много регистрируют, но у них не очень хороший процент активности, да, допустим, каждый десятый делает заказ, но они возмещают это тем, что они много регистрируют. А некоторые лидеры проводят мало регистраций, но у них там 90, допустим, процентов активности, да. Каждый выбирает свой путь сам. Самое главное это то, что мы с вами создаем компании товарооборот, и компания нам платит очень хорошие денежки за это. Конечно же, у каждого цель новичка стать директором. Напишите, пожалуйста, дорогие коллеги, свою страну, свой процентный уровень. И если вы получаете какие-либо выплаты, напишите суммы своих выплат за шестой каталог. Поделитесь с нами, пожалуйста, мы вам будем очень благодарны, вот, потому что на вебинаре есть новички, у которых есть какие-то сомнения, да, Настюша, Россия, так, вот, молодцы, да, у каждого свои выплаты, да, как вы видите, денежки мы зарабатываем, да, очень хорошо, вот Кыргызстан у нас пошел, вот, и так далее, да, посмотрите, пожалуйста. Ну, кто не сделал 50 баллов, конечно, у того выплат нет, а кто делает, конечно, тот очень хорошо зарабатывает. Вот. Угу. Значит, смотрите, чтобы нам с вами проще понимать, что такое директор, а все-таки мы впервые стремимся к этому званию, да, то у нас получается в понимании все легко и просто. На самом деле понять легко, а сделать немножечко нужно потрудиться все же, да. Чтобы стать директором, надо создать товарооборот в 3000 баллов. И это 60 человек, которые будут делать заказы в вашей структуре по 50 баллов, да, я думаю, легко в понимании. Или 30 человек со статусом VIP-консультант, которые делают LO 100, или 120 человек по 25 баллов, да, или в перемешку. Самое главное, их правильно расставлять, этих людей, чтобы выплаты вам шли хорошие. Для этого я вас приглашаю по вторникам 13:00 по Москве на вебинар «Правила построения», чтобы у вас не было ошибочек, чтобы наши директора, которые ведут эти вебинары, вам все объяснили, рассказали. Не стесняйтесь, проходите на эти вебинары и задавайте вопросы директорам, потому что вебинары ведут директора. Вот. Спасибо огромное всем, кто поделился выплатами. Для нас это было очень важно, особенно для новичков. И как вы поняли, наш проект предлагает не только много зарабатывать, но и потрудиться, потому что компания официальная, легальная, доходы в ней белые, прозрачные, а как вы поняли, с уровня заключения договора с компанией у нас с вами начинает идти стаж, поэтому работа это у нас честная. Россия почти 3%, второй шаг дорожки пройден. Отлично, второй шаг стартовой программы, это получается порошок у нас и пятновыводитель. Шикарный приз в итоге получим. Вот, итак, это мой путь по 11-ю компанию 2016 года. Целиком распечатка уже не распечатывается, она не влазит в экран, потому что я уже 2 года и 5 месяцев на проекте. Вот, да, как вы видите, все мою дату регистрации, вот это вот мой путь, да, и как вы видите, конечная выплата моя уже с бонусом стабильности 231 491 рубль. Это рубли, российские рубли. Да, я думаю, что есть к чему стремиться, куда расти. И завтра годовщина. Леночка, поздравляю. Я тоже отмечала свою годовщину и сделала себе в
подарок на годовщину звания Рубина, и была очень рада, что он у нас получился. Вот, желаю всем за год стать Рубином, это просто шикарно. Снежана Лоскутова тоже, кстати, смогла Рубина открыть за год. Это очень быстрый рост, хороший рост. Вот, поэтому вот, смотрите, да, то есть это выплаты в рублях, это мой путь. С 26.11, да, то есть 16 каталога 2014 года. Что тут хочется, на чем заострить внимание, да, то, что все наши выплаты у нас с вами начинаются с нуля, так как это не обычная работа, это бизнес, бизнес, который мы строим. Компания нам очень хорошо помогает строить бизнес, для новичков у нас огромная куча подарков, пока лидеры идут по стартовой программе, они становятся уже директорами, потому что средний показатель — это директор за полгода. Бывают, конечно, и скороспелочки, бывают, конечно, и лидеры, которые совмещают две работы плюс плюс наша третья, они растут медленнее, но все равно директорами становятся, если работать. Да, вот, и каталог 16 2014 года, как вы видите, у меня все по нулям. Я отработала не особо так и успешно. Каталог 17, у меня уже, мне не хватило 7 баллов до 3%, да. Каталог 1 2015 года, я уже вышла на 6%, мне не хватило 80 баллов. Вы представляете, какие вот разочарования, то там чуть-чуть не хватит, то тут чуть-чуть не хватит, но я, конечно, я руки не опускала, я работала, я пришла на проект моей дочке был год и месяц, конечно, это очень тяжело совмещать, когда малыш только начинает ходить, хватать все подряд, падать, стукаться, да, это сложно, но мы все смогли сделать, да, и, конечно, с 6% вот уже... У меня получился такой переходный этап, когда я смогла помимо сочетания рекрутинга, обучения новичков, да, и регистрации, и малышки год и месяц, смогла открыть вебинары по активному росту. Полгода их вела одна, а сейчас их ведут директора, у которых более хорошая практика и более хороший быстрый рост. Вот, как вы видите, за 4 каталога мне удалось выйти на 12%, это огромный объем работы, если честно, да, то есть уже 1000 баллов по структуре была сделана. И, конечно, вот так вот потихонечку, рубиновый за год, и дальше идет бриллиантовый, элитный, сейчас мы уже старшие национальные. Вот, есть на кого равняться, да? Спасибо. Вот. И далее, как мы с вами понимаем, что в выплатах есть накопительный эффект. Так же, как и в работе. Растет группа, растут наши с вами доходы. Конечно же, самое главное для нас сейчас понять, и чтобы разложить все по полочкам в голове, то, что нужно начинать для начала с рекрутинга. И вы знаете, вот как раз вот я вам сейчас расскажу свою маленькую фишечку. Когда я пришла в компанию в Берлин, ну, понятно, что мой наставник быстро пропала. Это была очень молоденькая девушка, но я нашла Николая. Он тогда был на уровне старшего директора. Вот. И, ну, конечно, у него уже была большая структура, ему особо было некогда. И мы создали чат в Скайпе. Допустим, я рекрутирую и не знаю, как ответить на вопрос. Я пишу в чат, а как ответить на такой вопрос? И он мне помогал, и другие этому учились. Да? И у нас сейчас очень такая дружная команда организовала. Он рассказывал, да? Да. У нас сейчас такая дружная команда, такие дружные чаты образовались, что даже если вашего наставника нет на месте, вы можете мгновенно получить ответ на любой вопрос, если вы добавлены в общие чаты для коллег Faberlic, в общие чаты для новичков. Лично в структуре Кононовых, к примеру, 11 таких чатов. Чаты модерируются и так далее, не переживайте, можете добавляться сами и своих новичков добавлять. У каждого директора такие чаты есть. Вот. И, конечно же, дорогие лидеры, у нас с вами, чем больше мы отстраиваем свою структуру, тем выше наши выплаты. Да? Мы переходим на 3% наш первый уровень, потом на 6%, потом на 9%, потом на 12%, на 15%, выше-выше, и становимся директорами, и потом, конечно, уже метим в драгоценности. Да? Вот. И
Интернет-проект Faberlic Online понимает, как в интернете тяжело работать, что в интернете куча всяких пирамид, и эти пирамиды подорвали нам, честным легальным работникам через интернет, репутацию, хотя мы этого не заслужили, как бы это ни было обидно, но нам приходится помогать на первых этапах новичков, и мы разработали по системе TurboRost одну небольшую фишечку, которая помогает нам по сей день расти. То есть, когда вы приходите на проект, ваш наставник вам будет тихонечко помогать строить вашу структуру. Значит, для сотрудничества с проектом вы можете выбирать один из вариантов сотрудничества. Онлайн-рост или онлайн-турборост. То есть, это два вида заработка через интернет. Да, также можно рекрутировать, работать, подрабатывать на земле, в автобусе, где угодно. Онлайн-рост от турбо-роста отличается тем, что по программе турбо-рост вы активируете свой номер, то есть делаете и оплачиваете заказ в течение 72 часов с момента регистрации. И тогда вам нужно решить, если вы его активируете, то вы отписываетесь наставнику и говорите: я активировал свой номер и жду людей в свою структуру. Да? То есть, чтобы у нас с вами цепочечное построение, да, построение веточками, и чтобы наставник смог под вас регистрировать людей, нам нужно активироваться в течение 72 часов. Почему? Во-первых, это такая срочность первый раз, во-вторых, это правило компании, не вы сами, не ваши наставники, под себя не сможете. Ага, Настюша, я знаю, умница, да. Мало того, что Настя пошла по такой системе, я вообще очень рада, что Настя к нам пришла, это наша соседка, мы с ней живем в одном подъезде, вот. Ой, не подскажу, Леночка, не подскажу, у меня, к сожалению, iPhone, я не знаю, как с Андроида, Андроида у меня ни разу не было, вот. Далее, значит, там, по-моему, надо Puffin, браузер Puffin называется, что-то типа этого, его нужно загрузить через Play Market и потом уже заходить по ссылке, то есть нужно сделать кое-какие установки, а потом уже заходить, не просто так, это нужно делать заранее, не во время, к сожалению, уже вебинара. Вот, и если вы хотите, чтобы ваш наставник проводил под вас регистрации и тем самым приумножал ваш рост на первых порах обучения, то вам нужно срочно активировать свой номер и оплатить заказ в течение 72 часов, чтобы получать поддержку снизу. Также, если вы активируетесь, то вам еще в подарок свой лендинг, свой сайт в подарок вам достается, и вы уже как профессиональный рекрутер идете и можете пользоваться своим сайтом строго через сократители ссылок и так далее. Вот, то есть просто одну ссылочку бросать, она быстренько заспамится в соцсетях, а если ей работать через сократители ссылочек, то тогда все будет хорошо. Но об этом мы с вами поговорим немножко позже, я боюсь забыть, поэтому сказала. Итак, наставники помогают вам расти максимум до 9%, то есть если вы активируетесь за 72 часа и пойдете по турборосту, под вами поведется веточка, в итоге она в скором времени вырастет на 600 баллов, а потом она будет расти самостоятельно, и единственное, что вам останется, взять над ней шефство и сопровождать этих уже лидеров, да, 9% это уже звание лидер, это уже шикарно, 600 баллов, да, вам остается в итоге этой веточке информативно помогать и сопровождать ее, да, так как вы будете лидером этой веточки, то есть наставник вам доверяет, будет доверять людей, и вы с ними будете знакомиться, и с ними будете вместе расти, это очень важно, знакомиться со всеми, кого под вас регистрирует наставник. Далее, я думаю, мы сделали все с вами выводы и поняли, что через 72 часа после регистрации наставник пытается провести под вас новичка. Если регистрация проходит, значит, вы сделали и оплатили свой заказ, да, в срок. Если регистрация не проходит, значит, вы не успели проплатить заказ в срок или просто положили денежки, но забыли зайти и нажать кнопку «Оплатить заказ». Поэтому тут есть тонкость. Мало положить деньги на оплату заказа, нужно зайти в свой заказ и нажать кнопочку «Оплатить». Да? Компания Faberlic без вашего ведома денежки ваши брать никогда не будет. Мало ли вы на какие-то услуги их положили или еще что-то. Поэтому своими деньгами в личном кабинете Faberlic вы распоряжаетесь сами. Вот.
Когда проплата не проходит, вы после этого растете самостоятельно. То есть все то же самое, только веточку под вами в 600 баллов не отстроят, вы будете расти сами. Но я хочу сказать, что я выросла сама, и проблем у меня нет. Да, как вы знаете, старший национальный директор, сколько это директорских веточек? Кто знает маркетинг-план? Расскажите мне, пожалуйста. Никто не знает? Ну-ка, подсмотрите, где искать маркетинг-план. О, Юляша, умница какая. Так, дорогие директора, дорогие лидеры, значит, у нас с вами есть раздел по маркетинг-плану. И если у вас есть какие-то сомнения, вы можете в него пройти прямо на командном сайте. Наш маркетинг-план открыт и доступен всем, всем, при всем. И это на самом деле так. Да, то есть вот там есть и золотые, и рубиновые, и бриллиантовые директора, да, а старший национальный директор – это все же 15 веточек. Да, кто ошибся? Кто ошибся? Пожалуйста, изучаем маркетинг-план, хотя бы самую макушечку, чтобы вы знали, к какому званию идти, к какому званию стремиться, дорогие наши коллеги. Итак, смотрим, да, то есть я думаю, все уже посмотрели суммы минимальных заказов по всем странам, то есть новичок активируется на эту сумму, но, конечно, подарки он не получает, этот новичок, но у него получается, если он пришел, сделал заказ и сделал меньше, чем нужно, да, допустим, в этом каталоге дарится порошок на выбор, да, для деликатных тканей, для цветных тканей и для порошка, то вам нужно обязательно сделать заказ именно на сумму, которая требуется, если вы хотите подарок. Если же вы просто активируете для того, чтобы получать регистрацию и сайт, это тоже неплохо, это скидка 20%, тогда вот эти суммы перед вами сейчас на экране. Вот. И, конечно же, если новичок выбрал Турборос, да, я вам говорила про сайт, получаете поддержку от наставника, но какую поддержку вы получаете? Не ждите 100 регистраций в каталог под вами, ждите 1-2, то есть, понимаете, знакомьтесь с этими людьми. Наставник, он же не штампует ваших людей, наставнику самое главное качество, и кого попало, он уже в структуру не будет брать, чтобы шлепать, да, людей. Конечно же, мы подбираем людей в соцсетях, и не каждого зарегистрируем же еще, но это не значит, что мы не рекрутируем, так ведь? Вот, иногда новички через 3 дня уже говорят, ой, под меня регистрацию не провели, ну и не проведут, потому что это не так уж и быстро найти качественную регистрацию в соцсетях. Нет, не пройдет, Яна, не пройдет, нет, только от минимального заказа. Сайт и регистрации можно под себя проводить только без минимального заказа. Вот, да. И вариант второй, система онлайн-рост, все то же самое, просто вы растете самостоятельно. И рекрутинговый сайт мы тоже решили выдавать, но уже после 50 баллов личных. Итак, смотрите, перед нами с вами додиректорский маркетинг-план. И все вы видели, что первые 2 каталога я не делала 50 баллов, хотя раньше не было таких крутых привилегий, какие есть сейчас за этот заказ, да, не было такой программы, как Faberlic Club и так далее. О этих программах вы можете посмотреть в моем дневном вебинаре, мы там все подробно разбирали. О чем вообще, что такое маркетинг-план додиректорский, да, есть последиректорский, когда уже там начисляются бонусы, квалификационные, бонусы быстрый старт, бонусы стабильности, да, бонус материнства, усыновления, да, и всякие различные бонусы. Наталья Анисимова, очень хорошо, очень хорошо. Итак, смотрим, если вы вышли на 3%, то у вас, значит, объем
вашей структуры 100 баллов. Вы можете лично сделать 100 баллов и быть на 3%. Вы можете сделать ЛО 0 и, допустим, под вами сделают 100 баллов. Вы можете сделать 50 баллов, да? Вы можете сделать 50 баллов и под вами 50, да? Суммарно или кто-то один человек. И тоже получается 3%. То есть ваш ЛО входит в вашу личную группу, да, в вашу структуру, в ваш ЛО. Далее, если под вами 150 баллов, да вы сами делаете 50, вы лидер 6%, да, и, конечно, соответственно, вы видите сейчас выплаты на структуру. Если вы сделали лично, да, 50 баллов и под вами 550, то вы выплаты на структуру, конечно же, уже увеличиваются, это 600 баллов оборот. Если же ваш оборот 1000 баллов, то вы уже попадаете на доску почета, потому что старший лидер, уровень 12%, это не только симпатичные выплаты. Дорогие коллеги, кто у нас есть на 12% на доске почета, отзовитесь, пожалуйста, дорогие лидеры, старшие лидеры, если вы есть на школе, да? То есть получается 150 баллов вы делаете сами, и 950 под вами делает уже ваша структура. Вот, Танюша, да, а Ольга Мищенко, вот, поздравляем с почетным званием. Вот, далее, значит, 15-процентный лидер, это уже 1500 баллов. Старшие 15-процентные лидеры, напишите цифру 15 в чат. А старшие вице-директора, напишите цифру 19 в чат. И дорогие наши директора и кандидаты в директора, напишите цифру 23, пожалуйста, в чат, чтобы мы знали, что вы есть на вебинаре на этом. Если есть. Спасибо, на 15 уже хочу, да? Ириночка Тихонова. Угу. Галина. Ой, умнички, просто замечательно, да. Андрей у нас новичок, скорее всего, да. Но, Андрюша, недолго расти. Если расти качественно и быстро, то и структура быстро расти начинает, да. Значит, все мы с вами поняли, что если мы делаем 50 баллов, то нам начисляются выплаты за структуру. Если мы с вами не делаем 50 баллов, то нам не начисляются выплаты за структуру. Конечно же, некоторые новички думают, что мне 50 баллов не сделать, расти бесполезно. Нет, полезно. Я первые два каталога очень сильно рекрутировала, а 50 баллов не делала, да. Почему? Потому что я не хотела продавать. Кто-то любит продавать, кто-то не любит. Вот у меня, допустим, я зарегистрировала очень хорошую знакомую, она первый свой заказ сделала прямо на 200 баллов, и ей он легко дался, и ей так понравилось получить выгоду с продаж, и она была такая довольная. А я все это время сидела и рекрутировала, и думала, и вот никуда не пойду, не буду отвлекаться. То есть выбор за вами, забирать вам объемную скидку или не забирать, однозначно компания ее выплатит. Просто если вы не делаете на 3% 50 баллов, то выплаты уходят вышестоящему над вами человеку, который их сделал, да? Ага, 9% вот вижу. Да, конечно, хорошо расти, как нехорошо. Выплаты растут, и вы растете, и дома работаете. Вот, у нас очень много, кстати, лидеров, которые уволились с работы по найму и преспокойно зарабатывают именно на дому с компанией Faberlic. Их очень много, их уже сотни, понимаете, сотни людей таких на проекте. Итак, дорогие коллеги, в первую очередь мы с вами сейчас поймем, как и куда перечисляются наши с вами денежки. Первое время наши деньги будут поступать на наш личный счет, регистрационный номер в кабинете Faberlic, и мы можем их использовать, оплачивая личные заказы. 65% от суммы заказа. В последующем, как правило, с уровня вице-директор, 1500 баллов, лучше всего с 19%. А после заключения договора с компанией деньги будут перечисляться на расчетный счет в банке. А выплаты зависят от уровня, на котором вы находитесь, и там сами вы решаете, снимать ли деньги с расчетного счета, или пусть они переходят к вам на карточку, и вы можете этой карточкой рассчитываться и уже с карточки деньги снимать, да? То есть доходы только белые, да, обратите внимание, тут вы ни копеечки от государства не сможете скрыть. Доходы только белые.
Если вы наберете более 100 баллов в каталог лично или структурой, вы будете, если лично, то VIP-консультант на уровне 3%. Если вы сделаете, допустим, 50 баллов и под вами 50, вы будете 3% лидером. Андрей, да. Вот, то есть вы займете первую ступень по маркетинг-плану Faberlic. Перечисления осуществляются каждые 3 недели и только на расчетный счет в банке. Очень часто деньги приходят в первую среду. Те, кто заключил уже контракт, деньги приходят в первую среду от начала каталога, реже бывает по пятницам. Вот. А те, кто еще не заключил договор в компании, как только происходит начисление объемной скидки, примерно 2 часа ночи, да, в первую ночь каталога, уже можно делать заказ и тратить эти денежки до 65%, смотря у кого сколько накопилось. Поехалите с вами дальше. И, конечно, посчитаем, почему же с 6-9% очень выгодно, да, так как наши деньги, да, заключение договора с компанией хранятся у нас на личном счете в кабинете Faberlic. Мы имеем их право тратить на заказ. То есть они автоматически у нас с вами списываются. К примеру, сделали вы заказ на 5000, и если у вас достаточно денег на счету заработанных, у вас списывается 65% от заказа, и у вас получается 1750. Поняли? Поставьте плюсики. Понятно, непонятно? Да, то есть это пример, конечно же, приведен для активно работающей структуры. Да. Нет, тратить, я думаю, нельзя, иначе их много накопится. Компания не любит, когда денег много копится. Да. Вот, значит, пример списания моей ОС, когда я еще была не на контракте. Да, когда я еще не переводила деньги на расчетный счет банке. Обратите внимание, да, я заказ сделала на 4250 рублей. У меня списалась скидка с моей объемной скидкой. Отличное начало. Вот, 2763.02. Как вы видите, дальше идет сервисный сбор агентского пункта, транспортный сбор и оплата с личного счета 1679 рублей. То есть за заказ 4250 я заплатила 1679. То есть денежки заранее мною проделанную работу списались, да? То есть это работает, списание объемной скидки работает до уровня заключения договора с компанией. И остаток денег копится. То есть, допустим, если у вас на счету 10 тысяч, а списалось 2763, то остаток денег, он у вас никуда не денется. Он будет копиться, копиться, копиться. У меня тоже есть новичок в СОЭС. Отлично, Юлечка. Это уже круто, когда твои лидеры начинают зарабатывать. Пусть чуть-чуть, маленько, но уже начинают. Это очень важно. Молодец, заботься, доноси до них все привилегии, и все будет хорошо. Далее, подытожим с вами, что же такое 50 баллов. 50 баллов делать не обязательно, во-первых, тут вы сами решаете. Главное, растите, рекрутируйте. Далее, возможность получать объемную скидку, свои деньги от 3% и выше. Возможность получить скидку от цены каталога 26%. Да, все вы, наверное, знаете из дневного вебинара, что если по итогам прошлой кампании вы оплатили заказ на 50 баллов и выше, то у вас от цены каталога 26% скидки. До 49% у вас будет 20% скидки. Тоже своего рода экономия. Возможность, это уже третья привилегия, возможность идти по стартовой программе за 99 рублей. Да? От 3 подарков по программе Faberlic Club. Да, сейчас мы знаем с вами, что от 5 бонусов можно подарки забирать. Это вообще шикарно. Да? От 10, от 5 говорили днем. Сейчас уже от 10 стало, да? Юля. А, 10 подарков, ну да, если по 5 бонусов считать, то да, у нас с вами нововведение, когда будете забирать подарки в разделе промо-акции по Faberlic Club, обратите внимание, что появились подарки за 5 бонусов и за 10 бонусов. Вот, также, значит, 50 баллов это обязательно
выдается свой рекрутинговый сайт, если вдруг вы не успели активироваться по турборосту. Да, мы это с вами уже обсуждали. Робот в Одноклассниках. И если вы не делаете 50 баллов, не знаю, откуда такое пошло, но я решила это внести в слайды, компания эти деньги себе не присваивает. Выплаты уходят выше. То есть лидеру, который над вами сделал 50 баллов. Эти деньги в компании не оседают. Вот, поехали с вами дальше. Да, конечно, конечно. Да, Украина от 15 все-таки, да, Оля? Ну, я еще вот не успела разобраться с этой акцией, к сожалению. Вот, поговорим с вами об обучении на проекте, чтобы все уже у нас по полочкам раскладывалось. Работаем мы с вами по готовой системе, получаем инструкцию, как создать странички, затем, как их раскручивать, тексты и картинки готовых сообщений, затем, как работать в соцсетях, затем, как регистрировать людей. На все созданы готовые и подробные видеоинструкции. То есть ваш наставник вам выдаст все. Если ваш наставник вам что-то не выдал, то, пожалуйста, вы можете попросить это в чате. И, допустим, вы не знаете, как рекрутировать в такой соцсети, как ВКонтакте. Да? А вы пишете в чат новичков: здравствуйте, вышлите мне, пожалуйста, видео, как работать в ВКонтакте. И вам обязательно его вышлют. Но понятно, что если вы не активировали свой номер, то рекрутировать бесполезно. Регистрировать вам будет некуда. Если вам регистрировать некуда, то, конечно, пока вы не активировали свой номер балловым заказом, вам можно просто создавать побольше базы для работы, страничек. Также у нас с вами есть VIP-программа. Подробно на ней я заостряться не буду, так как я заострялась на ней сегодня с утра. Приглашаю вас смотреть запись вебинаров. Вот. Далее, значит, как вы поняли, дорогие коллеги, мы с вами обучаемся, растем и начинаем зарабатывать прямо в процессе обучения. Это шикарно, я бы так выразилась, потому что на работе по найму, да, мы сначала, допустим, на врача там учимся лет 5-7, а потом уже идем зарабатываем. Вот. Также хочется вам сообщить то, что на интернет-проекте Faberlic Online существует три этапа обучения. Первый этап обучения – это базовое обучение, оно самое-самое объемное. Это 9 вебинаров в неделю, 40 вебинаров в месяц. Это и наставник, тесное сотрудничество с наставником. Если его нету на месте, пишем вопросы в чате в скайпе. Скайп – это сердце нашего проекта. Далее, значит, на вебинары мы заранее приглашаем через чаты в скайпе, да, и через сообщество. Сели читают вверху сообщества конвертик. А кто не знает этот конвертик, я его покажу позже вам на слайде, и вы будете знать, где читать. А далее, значит, также у нас с вами идет в обучении чат коллег Faberlic, да, то есть если наставника нету на месте, вы все равно не одиноки. Плюс планерки от вашего лидера. Кому-то ведут планерочки, кто-то не ведет планерочки. Вот я лично веду раз в каталог для всей структуры планерочки. У меня и так и девочки молодцы, они меня видят, слышат, они понимают, что надо расти, обучаться. Да, они самостоятельные. То есть мы заботимся о вашем росте на всех этапах обучения. Второй этап обучения, он идет более глубокий. Там мы уже не учим регистрировать людей, да, в разных странах. Там мы уже не учим делать заказы, редактировать заказы, еще что-то. Там идут чисто фишки рекрутинга от директоров. То есть каждый директор, который самостоятельно добился своего знания, только с информационной поддержкой от наставника, делится своими фишками рекрутинга. Как он вырос, каким способом он вырос. Ну, конечно, лидеры в активном росте уже обучаются. Там уже есть задания, которые нужно выполнять и так далее. Критерии наступления в активный рост, конечно же, есть, потому что обязательно нужно пройти базовое обучение, иметь как минимум по 2 странички в каждой соцсети, лучше по 10. Позже расскажу, почему. Также нужно побывать на вебинарах для новичков, на схеме работы, делать ежекаталожно, уже уметь 25 личных баллов и провести 5 личных регистраций. Если у вас выполнены критерии, и вы не знали, что у нас существует такая школа, как активный рост или фабрика директоров, да, то вам нужно обязательно отписаться своему директору, и он вас туда добавит. Прямо обязательно пишите.
Если вы напишите мне, то, конечно же, я вас добавлю только после этого вебинара, но добавлю однозначно, если у вас было сделано по итогам прошлого каталога 25 баллов и проведено 5 регистраций. Значит, далее, если у новичка, обучающегося в чате активного роста, не получается находить минимально 5 регистраций в каталог, мы снова отправляем его на курс новичка. Почему? Потому что мы считаем, или новичок ленится и не понимает, что статус директора – это высокооплачиваемая престижная профессия, или новичок запутался, ему нужно просто начать обучаться заново. Да, неважно, да. Самое главное, чтобы вы научились регистрировать людей. Да? Вот. Далее, третий уровень обучения – это уже сопровождение, это уже директорская школа, это для топ-лидеров с 12%, когда в вашей структуре 1000 баллов уже, когда вы уже делаете 50 баллов. То есть что мы делаем на таких школах? Там уже идет лидерское сопровождение, автоматизация по работе в соцсетях, построение… как на высоком уровне больше зарабатывать, да, чтобы лучше строить структуру, следить за структурой, работать со структурой, более углубленная работа с распечатками и так далее. И, конечно же, с 12% мы приглашаем вас на доску почета. Вот. Кстати, доску почета, кому хочется, сейчас я вам, конечно же, вышлю эту доску почетов. Так. Топ, вот они, топ-лидеры проекта. Да, это у нас с вами досочка почета. Поэтому всех зову в активный рост, потом я зову в чат топ-лидеров, потом я зову занять престижный статус директора. Вот. И, конечно, с уровня директора мы уже участвуем в совете директоров, едем на ассамблею, имеем престижный статус, премия плюс квалификационные бонусы у нас с вами начинаются, плюс нам всем дарят чеки на региональных конференциях на сцене. Это просто обалденное признание, поверьте, это очень приятно получить чек на сцене, когда в зале 1500 человек, а вы гордо выходите за чеком на сцену, да, согласитесь. Бонус стабильности уже с уровня директора можно получать, если вы делаете VIP-стаж, да, и возможность открытия, конечно же, своего офиса. Далее, что у нас с вами? Поедемте с вами дальше. Конечно же, интернет-проект Faberlic Online зовет вас на ассамблею. Как вы видите, это фотографии с прошлой ассамблеи. Мы все встречались, нас уже было более 20 директоров от проекта Faberlic Online. Это наша первая такая была крупная ассамблея, потому что на ассамблее в Сочи у нас было трое. Я, мой муж Антон Кононов и Николай Андрейко, мой наставник. Поехалите с вами дальше. И вот ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Читаем ли мы все письма в кабинете? Потому что мы очень стараемся вас обо всем предупредить вовремя, все оповестить. Да, и очень бы хотелось, чтобы вы читали ежедневно, потому что иногда бывает какие-то акции, какие-то подарки, да, мы быстренько вам рассылаем, допустим, 3 дня началась крутая распродажа, понятно, там все тает, тает по минутам, товар расхватывают быстро, и обязательно читать, да, во-первых, приходят про вебинары, про подарки, про неожиданные сюрпризы, по началу окончанию каталога, какие-то шпаргалки вам все время туда приходят, да, вот, и за письма на почту, да, это уже отдельная тема. Вот, письма мы тоже рассылаем, вот, и, конечно, записи вебинаров, если пропустили какой-либо, вы тоже можете найти в этом конвертике, это очень важно. Если вам не приходят письма в кабинете, прошу добавить меня в друзья, вот, отписаться мне в личку, что вы с проекта Faberlic Online, потому что почему-то открытые вот эти вот вебинары смотрят в интернете, и потом добавляются абсолютно люди не с нашего проекта, поэтому сейчас новое правило, если вы добавляете меня в друзья, чтобы получать от интернет-проекта Faberlic Online новости, в частности от меня, вам нужно обязательно написать, что вы с нашего проекта, вот обязательно пишите, и тогда я вас обязательно приму. Вот, значит, что у нас получается, да, то есть вы заходите в сообщество,
В сообществе вы находите мой номер, вот тут вот в этом вот окошечке. Ой, минутку. Да, вот тут вот в этом вот окошечке вы находите свой, вставляете вот этот вот мой номер, и потом нажимаете «Добавить друзья», и потом нажимаете «Написать сообщение мне», и все будет окей. Сейчас сотру минутку, и я увижу. Да, все приходит, да, отлично. Да, фото там уже другое. Это фото с позапрошлой ассамблеи получается. И сейчас мы с вами разберемся, с чего начинается наша работа, дорогие коллеги, а, конечно же, создание страничек в соцсетях. Вы знаете, мне очень нравится именно этот метод, и я на этом методе выросла, и, как вы видите, выросла очень хорошо, потому что только методом живого общения в соцсетях я могу прям там нажать на кнопку звонка и позвонить человеку. И, вы знаете, люди охотно общаются, охотно разговаривают, и качество регистрации намного повышается, если человек, кандидат на регистрацию, начинает вам задавать какие-либо вопросы. Мне очень нравится нажимать на кнопочку, звонить и все рассказывать. Вот, значит, работаем мы в основном Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Facebook, в Instagram у нас просто начинают раскручиваться брендовые странички, рекрутируем лично мы с мужем в Одноклассниках ВКонтакте. Но я знаю хорошо, что есть лидеры, которые сделали уровни директоров и серебряных директоров именно на Фейсбуке, а кто-то именно на Инстаграме. Поэтому я вас жду в чате активного роста, чтобы вас научили в каждой соцсети работать качественно. Далее, значит, мы создаем по одной страничке в день в каждой соцсети. Очень важно, если вы в один день создаете 10 страничек в Одноклассниках, то на следующий день у вас их могут заблокировать, потому что нельзя с одного IP-адреса создавать много страничек. Поэтому, какой номер не видно, я не поняла, тут нет никаких номеров. Вот, если мой регистрационный номер, то 703-386-938. Угу, поняла. Угу. Вот, это мой номер, мой регистрационный номер. Далее, значит, мы создаем по одной страничке в соцсети. Конечно же, 4 страничек для рекрутинга – это безумно мало. Лучше завести по 10, по 15 в каждой соцсети. То есть, смекнули, сколько это суммарно, да? Вот, и особое внимание нужно обязательно обращать на оформление своих рабочих страниц. Очень много новичков, которых не получалось рекрутировать. Мы их переоформляли, эти странички, и начинали идти регистрации. На главном фото вы должны быть милый, добрый, ясно открытый взгляд, смотрящий гостю странички в глаза, вызывающий доверие не из-под лобья, не надменно, а именно как обычный человек. Да? Также добавляем 5-6 личных фотографий из жизни. Желательно никакой рекламы не вывешивать, я, если честно, не вывешиваю. Вот. И обязательно покажите их наставнику. Наставник посмотрит, наставник заинтересован в том, чтобы у вас начался рост, потому что наша работа очень благодарная и кардинально отличается от работы по найму. Чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатывает ваш наставник. Смекнули? Наставнику выгодно, чтобы вы как можно быстрее росли и как можно быстрее зарабатывали. От этого у нас с вами и дружба на проекте. А если... Да, Юль, желательно... Ну, я не ставлю статус о работе. Но если вы горбатый, можно как-то сфотографировать просто лицо, еще что-то. Не обязательно фотографироваться целиком. У нас есть люди с ограниченными возможностями на интернет-проекте. И очень хорошо работают, зарабатывают. И, по идее, такие люди и зарабатывают через интернет. Потому что некоторые не могут ходить на работу, а деньги нужны. Далее, наш наставник посмотрел ваши странички. Если что-то не так, вы не обижайтесь, а вместе исправляете это все дело, да? Вот, исправляете все это дело. И, конечно же, Одноклассники, у нас с вами должна пройти модерация страничек, мы должны их с вами пораскручивать. У нас есть группа по раскрутке страничек, также вы можете раскручивать свои странички в отдельных различных группах.
Вот, и так далее. Блоки идут по-разному, и мы с вами об этом поговорим позже. Значит, одноклассники, не работаем со страничек 5 дней. Можно раскручивать их в нашей группе в разделе раскрутки страничек. Далее, ВКонтакте можете начинать работать сразу в первый день не более 10 дружб. Facebook можете начинать работать сразу в первый день не более 10 предложений дружбы. Самое главное, работать со страничек раз в 3-5 дней. Это самое хорошее для страниц, и не перегружать их, чтобы странички отдыхали. То есть предлагать дружбу раз в 3-5 дней и заходить на страничку и отрабатывать принесших дружбу можно каждый день. Да? То есть с ними переписываться, с друзьями переписываться можно. Но, конечно, каждую ссылку, которую вы посылаете, пропускать через сократитель ссылок отдельно. Лучше всего предлагать в день работы со странички не более 7 дружб. Да? Вот. Также слать не друзьям не более 15 картинок в сутки. Да? Кто-то шлет 30-40, я не шлю. Если честно, я не шлю. Мне кажется, что это очень много. Вот. Остальное вы получите в видеоинструкциях от своего наставника в скайпе, как создать, как оформить, как раскрутить, как работать. Даже Твиттер, да? Вот. Далее, значит, совет. Чтобы создать много страничек, можно воспользоваться онлайн-сайтами, где Одноклассники стоят 5-8 рублей. ВКонтакте, по-моему, 9-12 рублей, да, одна страничка. Также, если у вас есть сим-карты какие-то, да, допустим, у вас у ребенка 5 лет телефон есть, да, и в нем есть сим-карта, то на одну сим-карту вы можете создать страничку ВКонтакте, в Одноклассники, в Фейсбуке, в кругу друзей, да, то есть и так далее, и так далее. То есть вы можете создавать кучу учетных записей на досках объявлений. Сократитель ссылок, что это? Минутку. Сейчас я вам вышлю свои шаблоны сообщений, и там в самом верху вы увидите сократители ссылочек. С ними можно работать. Пожалуйста, добавьте закладочки, пусть у вас будут под рукой все сократители ссылочек. Далее, совет. Дорогие коллеги, перед началом рекрутинга в каждой соцсети, в которой вы рекрутируете, заведите себе по одной страничке для коллег. Да, это может быть ваша родная страничка, может быть отдельная страничка для коллег, как вам захочется. И собирайте туда зарегистрированных новичков и думающих людей. Или можете создать, допустим, закрытую группу и там всех собирать и поздравлять за одним. Да, то есть поздравления это тоже здорово, когда ваши новички открывают первые уровни. Далее, наставник вам также предоставит шаблоны для работы. Вот я их вам сбросила, да, давайте сброшу еще раз. Также он вам предоставит видео для работы, а не в шаблонах. Ссылку, ответы на распространенные вопросы, чтобы на первых этапах вам было легче, проще общаться, чтобы у вас были ответы на вопросы. Я делаю только на живые симки. Оль, ну можно и так, да. Чтобы вы могли легко общаться в соцсетях, тоже в этих же шаблонах ссылки на распространенные вопросы, а также как разложить свою работу по полочкам и не запутаться в количестве страничек. К сожалению, видео я вам выслала, как не запутаться в количестве страничек. Теперь у вас все разложится и на компьютере по полочкам, не только в голове, но и на компьютере. Также хорошая шпаргалка. Мы с вами рекрутируем, не выбираем иногда страны для работы, и у нас получается, мы не можем понять, работаем мы с этой страной или не работает. Когда вы заходите в свой личный кабинет, вы можете увидеть, нажав на флажок вашей страны, с какими странами сотрудничает компания. То есть у вас выходит вот такая вот жирная большая подсказка. Далее, как регистрировать людей? Во-первых, ой, даже не знаю, даже не знаю. Вот, во-первых, значит, продавцы, покупатели для себя, похудение, работа в интернете. Всех мы можем регистрировать друг по другу в одну цепочку, да? Или, допустим, покупатели для себя, то вниз цепи, то под себя, да?
в первую линию, как вам хочется. Единственное, что мы с вами должны понимать, что когда мы приходим на проект, одну веточку под нами ведет наставник, и эту веточку мы не трогаем. У нас не совместное построение, потому что совместное построение показало очень много в итоге без отрывников, которые нам совсем не нужны по маркетинг-плану. Приходите, посмотрите, чем чревато совместное построение. Мне оно не нравится, потому что лидеры зарабатывают меньше, чем при бинарном построении. Поэтому у нас с вами бинарное построение, я его вам рекомендую. Но все же, если вам хочется делать совместное, тут, конечно, я вам не указ. Да? То есть просто мое личное наблюдение, что рост намного лучше при бинарном построении, когда люди начинают с 3-6% уже получать свои выплаты, и это здорово. Далее, значит, вы приходите на проект и регистрируете людей под себя до той поры, пока у вас кто-то из них не активировался. Как только у вас ваша первая регистрация у вас активируется, то вы под нее уже открываете веточку и начинаете проводить регистрации в цепочку. Да? Вот. Далее, всех мы регистрируем друг под друга, неважно, из какой страны человек пришел, по какому варианту. У нас нет никаких преград. В этом плане мы можем Турцию, под Беларусь, Россию, Таджикистан. Выплаты приходят своевременно, а в валюте разных стран они приходят, и мы их можем видеть в распечатке по лицевому счету консультанта, сколько же мы в итоге заработали. Да? Далее, если вы боитесь строить людей под людей, то я вам хочу сказать, что если кто-то из людей не сделал заказ, да, к примеру, ну, допустим, да, как вам сказать, вы регистрируете людей, люди у вас активируются, да, мы с вами знаем, что не, если не активирует человек свой номер, под него нельзя регистрировать, регистрация просто не пройдет. Да, и вдруг проходит год, да, и вот какой-то лидер перестал делать заказы, он пришел как покупатель, он перестал делать заказы, он терминировался, да. Так вот, нижний прикрепляется к верхнему, неважно, из какой страны этот человек и из какой страны этот человек, неважно. Нижний переходит к верхнему, структура не теряется, нигде не плавает, все с этим планом хорошо, да. Все поняли? Поставьте плюсики, минусики, задайте вопросики. Лучше, конечно, вопросики. Так, как сейчас регистрировать Донбасс? Там каждый раз условия меняются. Если честно, я просто стараюсь не рекрутировать там на данный момент, потому что там с доставкой проблемы реальные есть, но там есть доставка. Надо просто уточнять. Потому что какую информацию я давала, она уже стала некорректна. Она стала некорректной. Я просто стараюсь обходить стороной Донбасс, стараюсь не регистрировать там. Вот, поехали с вами дальше. Созвон, ну это когда вы в соцсетях или в Вайбере, в Ватсапе бесплатно звоните своему человеку. Вот. Далее, значит, могу вам предложить еще такой вариант. Да, очень много новичков, когда они регистрируются к нам на проект, то у нас с вами получается что? Некоторые лидеры говорят, я бы активировалась, но у меня пока денег нет. Я им начинаю предлагать, если я в соцсети до регистрации с ними созваниваюсь, да, звоню, что-то рассказываю, говорю, да, я им, конечно же, всегда говорю про заказ. Как без заказа? Никак. Человек работать не сможет, ну и, конечно же, у нас выгоднее покупать, чем в магазине, чем в каких-либо других сетевых компаниях. И мы это с вами понимаем, что компания заваливает подарками, вот. Да, Западная Украина работает как обычно. Танюш, спасибо большое. Дорогие коллеги, если вебинар длинный, объемный, я хочу уложиться как можно быстрее вам все рассказать. Поэтому, если кто-то знает какие-то ответы на вопросы, прошу помочь мне помодерировать чат. Я буду вам очень благодарна. Да? Или если я какие-то вопросы пропущу, они уйдут без ответа, я вас прошу писать эти вопросы во вкладку «Вопросы», вот где цифра 3 наверху, да, в черной полосочке. Далее, вот, дальше пошлите с вами. Этот способ хорош, когда вы регистрируете знакомых, то есть, когда новичок готов сделать заказ, тогда его и регистрировать. Это тоже очень здорово, очень классно, и мне понравилось.
Далее, когда вы находите свою первую регистрацию, наставник вам дает полную, подробную информацию, как регистрировать человека, что ему высылать до регистрации, что его высылать после регистрации, как у него просить код верификации. И самое главное, это до регистрации проверить человека через сообщество, если такой человек, потому что некоторые регистрируются, забывают, что они зарегистрированы, и у них, допустим, не проходит номер телефона, электронная почта или еще что-то. Это значит, что человек уже зарегистрирован, и у него нужно спросить, правда ли он регистрировался. Это очень важно. Поискать его через сообщество, да, и, может быть, помочь найти ему наставника, раз уж так получилось, что он уже есть в компании. Ни в коем случае повторной регистрации мы не проводим. Это по кодексу компании очень хорошее наказание, да, вы потом понесете. Далее. Когда наставник вам дает полную подробную информацию, как регистрировать человека и что ему высылать, самое главное, это после регистрации мы добавляем в чат командный, а потом мы с вами добавляем в группы для продавцов и покупателей. К сожалению, группа жила у нас 2 года для продавцов и покупателей в Одноклассниках, но в один прекрасный миг ее заблокировали, потому что страничка, с которой была создана группа, была удалена. Удалена из-за того, что я на нее долго не заходила, это мой косяк, восстановить я ее не смогла, потому что она создана с сайта sms.com, вот, поэтому вступайте в новую группу, ну, в принципе, ничего страшного, да, почистить группу, избавиться от неактивных людей, которые, может быть, терминировались, это тоже здорово, да, и я думаю, что это хорошо. Поэтому вступайте, после вебинара я вас приму в новую группу, и туда же вы можете звать своих дорогих продавцов, покупателей, там мы выгружаем все вебинары по продукции, все видео по продукции, поэтому эту группу мы еще только-только начали наполнять. Далее. Обязательно после того, как вы добавили в чат во все группы, познакомьте своего человека с вышестоящим наставником, дайте ему скайп, пусть они не пообщаются, но хотя бы авторизуются друг с другом, чтобы ваш новичок мог обратиться в любой момент к вашему наставнику, если вас нет на месте и в чате ответы на вопрос не знают. Далее, также после регистрации мы подписываем на рассылку для зарегистрированных, это обязательно, и вот так, группы я уже говорила. Далее, ну, бывает, да, бывает, Ириш, что делать. Далее, значит, просим найти нас в скайпе обязательно людям после регистрации, да. То есть, если первый, второй и четвертый варианты люди зарегистрируются, то понятно, да, человек пришел, допустим, худеть, а мы ему говорим, а мы тебе в скайпе только информацию дадим, не найдешь, не дадим. Ну, это понятно, что это глупо, и нужно обязательно... таких людей собирать или на страничку для коллег, или в закрытые свои группы для зарегистрированных, да, или добавлять их в группу в нашу, в общую. Для людей без скайпа мы заводим страничку для коллег. Ранее я вам уже это советовала. И в каждой из соцсетей, в которых мы работаем, да, то есть должна быть у вас или группа для коллег, или страничка для коллег. Желательно их всех закрыть. Вот, если наставника нет на месте, у вас регистрация, срочный по ней вопрос, также пишем в чат, не молчим. Вот, а вот человек, пришедший к нам работать по третьему варианту, это работа в интернете, пусть обязательно находит в скайпе, потому что, еще раз повторюсь, скайп – это сердце нашего проекта, обучение работе в интернет происходит только через скайп. Соцсети очень капризные, они блокируют ссылки, фотографии, еще что-то, и обучение, конечно же, у вас пойдет медленнее. Можно, конечно, обучать людей через сообщество Faberlic, там ссылки не блокируются, но также лучше, конечно, в скайпе, потому что в скайпе есть волшебная кнопочка, нажав которую, вы можете видеть демонстрацию экрана новичка, и очень часто возникают какие-то технические моменты, когда вы можете легко позвонить новичку, новичок покажет вам рабочий стол, и вы то, что объясняете 2 часа, можете решить за 3 минуты. Да, и очень сильно сэкономить время. Еще демонстрация экрана есть в Вайбере, я точно знаю, поэтому я пользуюсь 2 да, средствами связи, это Вайбер и Скайп. Вот, очень люблю эти две сети, да, поэтому
Вот. И также новичку обязательно скажите, что если он не хочет, чтобы его видели и слышали, то камеры с микрофоном ему, конечно, не нужны, если их у него нету, да. Вот. Но далее. Конечно же, тут я не внесла слайд, скорее всего, я его внесла, но не сохранила. А я вам скажу сейчас на словах. Позвоните своему человеку в соцсети до или после регистрации, просто с ним познакомьтесь, расскажите чуть-чуть о себе, расскажите, что чуть-чуть о компании, о проекте, немножечко совсем, чтобы лидер понимал, куда он пришел, что он пришел не в пирамиду, что он пришел в официальный легальный проект с белыми доходами. Да, вот. Вайбер демонстрацию как включить, а там есть показать экран, по-моему, так. Вот. Далее, значит, у нас с вами, дорогие коллеги, задавайте во вкладку вопросы, а то я сбиваюсь, мне хочется вам дать как можно больше информации. Если что-то непонятно, обязательно на все вопросы отвечу в конце вебинара. Не обижайтесь на меня, пожалуйста. Вот. Значит, настоятельно рекомендую вам посещать хотя бы первые 3 месяца все вебинары, звать каждого новичка на каждый вебинар. Почему? Потому что у нас довольно мощный крупный интернет-проект. Численность проекта под конец прошлого каталога переступила за 65 уже тысяч человек. Да? На проекте не 1 000 работающих лидеров, более 150 уже директоров. Да, только в моей структуре насчитывается уже не 20 тысяч, 30, или и я, или ваш директор, или ваш наставник просто физически не успеет пересказать вебинар в письменном виде, или через переписку в скайпе. Поэтому, пожалуйста, ходите на вебинары и скажите мне, пожалуйста, привели бы вы своего новичка, вот, допустим, ко мне на вебинар, чтобы я ему помогла во всем разобраться и ответила бы ему на все вопросы. Да? Все, кто добавил запрос в группу, я приму после вебинара чуть позже. Да, то есть скажите, сложный ли вам этот вебинар? Вот ваше мнение о нем. Отпишитесь, пожалуйста. Привели бы, да? Несложный вебинар, да? Я стараюсь объяснять все как можно понятнее. Да, отлично, очень рада. Очень рада, да? Вот, да, и теперь, конечно, расскажу вам самое главное. Вы создали странички, вы их раскрутили, вы начали рекрутировать. Рекрутинг – это наша сила, рекрутинг – это наше все. И низкий поклон тем лидерам, которые за неделю, за две научились находить людей по одной регистрации в день. Вы очень скоро станете директорами, если у вас начинает получаться находить по одной регистрации в день. Это самое главное при росте. Да, обучаться можно во время рекрутинга, да, слушать там записи вебинаров, еще что-то. А вот без рекрутинга расти, быстро стартануть, взять быстрый старт, еще что-то у вас не получится. А самое главное это рекрутинг, поиск людей всевозможными способами. Значит, через 2-5 дней активные новички, самые умнички проекта, начинают задавать одни и те же вопросы в личку. И это 100% у всех, 100%, не 99, 100. Начинает говорить, люди не работают, люди не делают заказы, люди мало регистрируются, у меня заблокировали страничку, я не умею обучать людей. Да, вот поверьте, это же самое я писала когда-то своему наставнику Николаю Андрейко. Поверьте, я это писала. Итак, первый вопрос, почему у меня не работают люди? Все вы делаете правильно, если вы созвонились с человеком, да, и зовете на школы, и обучаете по шаблону, и рассказываете про подарки, и подписали на рассылку для зарегистрированных, добавили в чат для коллег Фаберлик, добавили в чат веточки своей, да, добавили в группы для коллег Фаберлик, да, и если человек ленится, да, ну вы вот все для него сделали, вам просто больше нечего сделать для того, чтобы он начал работать, но остальное это уже проблемы того человека. Я так считаю, потому что есть, да, лидеры, которые дали данные, пропали, что зачем регистрировались, ничего не понимаю. В такой ситуации ищем новых лидеров. Поверьте, в интернете много людей, кому нужны деньги. Конечно, еще очень часто люди уходят с проекта, не понимая, что тут все официально и легально, потому что наставник стесняется позвонить и 5 минут потратить своего драгоценного времени. Это тоже очень плохо. Вот, да, думать, что это пирамида. Вот, видите?
Анастасия. Вот на самом деле это так и есть. И расскажу вам, дорогие коллеги, свою личную статистику, как есть, потому что, скорее всего, может быть, у вас и все хорошо, вы зря в себе сомневаетесь, вы не задумывались об этом. А какая статистика у других людей? Все равно ее нужно сравнивать, да? Вот я вам хочу сказать, что у меня делает заказ каждый третий, пятый человек, работает примерно каждый восьмой, десятый. Я тут немножечко не переправила. Да, то есть активность получается у нас каждый третий, да, примерно делает заказ. Это самый шикарный как бы результат, да. Есть директора, у которых 50% активности, то есть заказ делает каждый второй, но я встречала за 2 года только 2 таких директора, я вам клянусь, больше вот не встречала, да. Обычно каждый третий, пятый делает заказ зарегистрированный. Это нормальная статистика, отличнейшая просто. Да, далее, значит, если мы делаем с вами ежедневный охват людей, около 300 человек, да, это минимум. А если делать такой большой охват, для этого нужно большое количество страничек, там, учетных записей на досках объявлений и так далее, где вы рекрутируете, там должно быть много у вас страниц. И если у вас из ежедневного охвата минимального, да, для новичка 300 человек в день, одна или даже две регистрации, то у вас все идет просто отлично. И зря вы себе сомневаетесь. Что хочется сказать. Если вы рассказали человеку про подарки и акции, он все равно молчит, не делает заказ, просто спросите его правду, обычную правду. Если вы сделаете заказ там, на 1000, на 2000 рублей, вам дадут 20% скидку, вам дадут там 2-3 подарка, потому что есть же еще Faberlic клуб, и он стал от 5 бонусов, от 10 бонусов. Это, сами понимаете, новичок на следующий день забирает, на следующий каталог забирает не только акцию новичка, не только опять скидку 20%, но еще и плюс подарок по Faberlic клубу. Ну, так, как-никак. После такого говорить, я не буду делать заказ и идти в магазин, просто лидер не понял, сколько он сэкономил. Ну, ей-богу. Да, вот. Вот правильно, Анастасия, не расстраиваемся. Вот, в принципе, и все, что я вам хотела сказать. Конечно, я вам еще хотела сказать, может быть, эта тема для топ-лидеров, но я чуть-чуть забегу вперед, да, пропущу прям активный рост и сразу открою тему для топ-лидерства. Я очень много рекрутировала, у меня всегда было по одной регистрации в день, да, как вы знаете, мы быстро выросли, но, как вы понимаете, сколько на проекте мы примерно каталогов? 2 года. Да, 2 года, а мы делали по одной регистрации в день. Сколько регистраций мы привели на проект? Сколько людей? А директоров у нас в чате, да, директоров у меня в первой линии, да, сколько вы говорили? 15. Что это значит? 16, да, по итогам прошлого каталога. Да, что это значит? Это значит, что огромный процент людей то ли не верит в компанию, то ли еще куда-то. Но вот эти вот 16 директоров, да, по сравнению с статистикой, может, это кажется шокирующим, но поверьте, мы получаем огромные деньги, да, огромные деньги. Вот, Алевтина еще не закончилась. И на самом деле компания очень хорошо оплачивает нам именно работу с нашими людьми. И очень не нужно, как вам сказать, вот, пожизненно рекрутировать, да, ничего этого не нужно. Вам самое главное нужно понять, что вы должны хорошо людей обучать и хорошо до них все доносить и с каждым созвониться, поговорить. То есть наш все-таки приоритет в работе – это научиться искать одну регистрацию в день и научиться с этой регистрацией 5-10, может быть, 15 минут поговорить, да, не давать грузить себя какими-то проблемами или еще что-то, а просто поболтать с ними, познакомиться, чтобы человек понял, что по ту сторону экрана перед ним, да, сидит живая девушка, живой молодой человек, который просто работает и зарабатывает, да, вот, нет, это наша работа, да, это наша зарплата, вот. Наша система работы, конечно же, дорогие коллеги, отработана до мелочей, и когда лидер, скажите, пожалуйста, кто-нибудь боится обучать своих новичков?
Вот у меня недавно девушка говорит: «Анна, я все понимаю, я рекрутирую, я работаю, а вдруг мне попадется новичок по третьему варианту, что я с ним должна делать, как мне его обучать, я же не умею». Вот как раз интернет-проект эту проблему решил. У нас с вами есть целый большой шаблон переписки с новичком. Вы смотрите видео, оно минут 20, да, прям в шаблоне вверху, как по нему работать. Вы его посмотрели, и вы начинаете просто копировать и вставлять готовые тексты, созданные директорами проекта. Ниночка, больше, чем 730. Вот, я немножечко так пооткровенничала. Конечно, будет, Ниночка, запись, да? Вот. Поэтому вы представляете, у вас готовая система для рекрутинга, у вас готовая система для обучения, вам выдаются лендинги, то есть проект, компания обеспечивает всех ваших новичков и вас в том числе подарками, то есть у вас все готовое, за вас настроена вся логистика компании, то есть вам не надо при открытии своего бизнеса снимать здание, платить там пожарную, налоговую и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть вся логистика настроена, ваше дело именно как даже сказать, да, у нас профессия сетевого менеджера, менеджер сетевого бизнеса, информационная наша профессия, именно информационная, доносить информацию. Вот, и поэтому, когда вы найдете регистрацию по третьему варианту, да, работу через интернет, вам наставник предоставит, ваш наставник предоставит шаблон переписки вашего директора, и вы будете по нему обучать своего новичка по готовке текстом. Даже если вы сами чего-то не знаете, вы все равно сможете качественно и очень глубоко обучить своего новичка. Поняли? Я развеяла ваши сомнения по поводу обучения новичков. Вот поэтому Анастасия миллионеров и мало. Попробуйте, да, поняли, вот все, больше не боимся, больше не стесняемся, на самом деле обучение готово, оно недавно совсем переснято, буквально в прошлом каталоге мы пересняли все видео, сделали их лучше, красивее и так далее, поэтому не сомневайтесь, вы в надежных руках, и мы вам всем, во всем поможем. Далее. Блокировка страничек. Чтобы ваши странички не блокировались, сейчас мы с вами вкратце обсудим, как работать в различных соцсетях. Одноклассники. Количество дружб 7 не ограничено, но на следующий день не дают приглашать уже друзей. Поэтому мне муж так сказал, он рекрутирует до сих пор, он просидел, проработал целую неделю в Одноклассниках и сказал, что я приглашаю 7 человек дружить, и потом тем, кто принял дружбу, отправляю сообщение. Охват людей он делает с помощью Одноклассники ВКонтакте, а немножечко он рекрутирует в Инстаграме, да, вот, спасибо большое, Левтиночка, спасибо, очень приятно, да, и говорит, что странички не блокируют. Но тут самое интересное, вы обошли, допустим, 3 странички в Одноклассниках, тут же можно обойти 3 странички ВКонтакте, 3 странички в Фейсбуке, да, Инстаграм, он у нас с вами идет с телефона, но можно с Инстаграма сидеть, если установить эмулятор и на компьютере, да, кому как удобно. Вот, и он все 3 странички прошел, он перезагружает модем, меняет IP, получается, IP меняется, и он снова может проходить следующие 9 страничек, да, дважды 9, 18 страниц он обошел. Так как мы любим звонить человеку прямо в соцсети, у нас уже 1-2 регистрации есть с этого охвата людей, и вы знаете, если работать с энтузиазмом, верить в себя, то все у вас будет хорошо. Поняли? Задайте, пожалуйста, вопросы. Да? Но пока вы пишете вопросы, вот именно по этой теме, нам с вами нужно обязательно понять, что нам нужно с вами знать все хорошо о компании и говорить только правду людям. Только правду. Далее, обязательно нужно иметь резерв, запас на случай блокировки. Если вас вдруг нечаянно заблокировали, никто не застрахован от того, что вы, к примеру, будете, ну, наткнетесь на этого же модератора в соцсетях. Там же непонятно, на кого мы наткнулись. Все, страничка потухла, ее нет. Во-первых, почему блокируют? Потому что во всех соцсетях
есть платная реклама. Конечно, все соцсети хотят, чтобы им деньги платили. А мы зарабатываем, становимся директорами, а ничего соцсети с этого не имеют. Им, конечно, этого не хочется. Они хотят денег. Так же, как вы хотите денег, они тоже денег хотят. Так ведь? Встаньте на их место. Далее, значит, знаете, я полгода работаю с 10 страниц раз в 5 дней. Извините, мой муж, я не рекрутирую, буду с вами предельно откровенна, с 10 страниц раз в 5 дней, то есть он обходит 10, там обошел, допустим, ВКонтакте, 9, да, и 9 в Одноклассниках, там, допустим, или там 6 в Facebook, 6 Одноклассники, 6 ВКонтакте, и все. И есть 1-2 регистрации стабильно, это во-первых. Во-вторых, странички живут долго, но все равно их блочат, поэтому резерв, запас имейте, пожалуйста, вот. Конечно, да. И самое главное, когда мы с вами оглядываемся иногда назад, я очень вижу лидеров, которые... Некоторые лидеры медленнее растут, некоторые лидеры быстрее растут. И это на самом деле зависит у нас с вами все от систематичности. Если вы работаете в 2 раза больше рекомендаций, которые, да, вы видите на экране, то понятно, у вас будет 2 раза больше регистраций и 2 раза быстрее рост. Мы с вами должны понимать, если вы работаете в 2 раза меньше, то вот как нам в соцсетях пишут, допустим, какие гарантии я могу дать? Я могу дать инструкции, как работать, я могу научить вас сопровождать новичков, я могу научить вас стать директорами, но работу-то свою за себя делать-то вы сами должны, ведь все равно, так ведь. Поэтому тут гарантии очень сложно дать, потому что все зависит именно от нас. И, конечно, самое главное препятствие, вот как раз вот эти вот гарантии, и это наши сомнения. Пока мы думаем, получится у нас, не получится, да, наши наставники уверенно строят цепочку под вами, если вы в турборосте, конечно, да, и иногда получается перекосы, и вы начинаете меньше получать, хотя вы уже высоко в уровне. Вот чтобы такого не было, пожалуйста, дайте себе 3 месяца интенсивной работы. Для выводов получится, не получится, дайте себе сначала 3 месяца интенсивной работы. 3 месяца ежедневно, допустим, кроме воскресенья, сделайте себе какой-то 1 выходной в неделю. Делайте 300 человек охвата в день с умом. Созванивайтесь со своей каждой регистрацией 5-10 минут. У вас все получится, поверьте. Ваши выплаты будут расти, вы будете в себе более уверенными. И все у нас с вами получится, потому что мы рядом с вами. Мы очень часто ведем вебинары и очень рады будем вам во всем помочь. Да, далее, ежедневный рекрутинг в соцсетях 2-3 часа в день, плюс час вы смотрите вебинар, и все у вас хорошо. И много времени вы не тратите. Если у вас есть больше времени, ради бога, тратьте. Тратьте на здоровье. Да, вот для меня сейчас создать 3 странички в соцсети, оформить их, да, и кинуть на раскрутку в группу, я не знаю, это 15 минут. Я трачу 15 минут, вот как набита рука. Вы понимаете, я создала под браузерик, открыла закладки, вбиваю Одноклассники, создаю, быстренько смс-код заказываю, быстренько гружу фотографии, быстренько в группу на раскрутку, с нее что-то там пораскручивала, сама дружбу попредлагала. Также захожу в ВКонтакте, опять раскрутка, опять загрузка страниц и так далее. 15 минут. Я быстро, я как ураган это делаю. Вот до какой степени заточены руки. Понимаете, и у вас это тоже будет легко получаться. Когда мы скидывали видео, как рекрутирует Антон в Одноклассниках, оно уже стало неактуальное, там немножко правила поменялись, девчонки говорят, у меня рука кружится, голова кружится от того, как он рекрутирует. Я говорю, понятно, он сначала месяц попсиховал, а через месяц рекрутинга. СМС, реком, онлайн, сим, сайты по активации, которые я вам советовала в середине вебинара. Вот. Значит, что получается? Он рекрутирует быстро, ни на чем не заостряется, никогда не ждет ответы, он лучше кинет там еще какие-то сообщения, еще куда-то посидит в Фейсбуке, еще где-то. И он никогда не теряет время. И он за час может сделать охват чуть ли не 300 человек уже, да, редко, конечно, но 200 он за час делает легко. Как такое возможно, скажете вы, да? А вот так набита рука у человека.
23% и старший директор. Разница какая? Ну, тут надо порисовать немножко. Тут надо порисовать. Давайте это в конце вебинара, Леночка, перенеси во вкладку «Вопросы». Вот. СМС-код, ну вот тоже перенесите во вкладку «Вопросы», я вам скину ссылочки. Следующая тема, что у нас с вами, какая получается, это у нас есть такая вещь, как терминация, да, это уже конец каталога, конец вебинара уже пошел. У нас с вами есть такая вещь, как терминация, и эта терминация, когда человек регистрируется, не делает заказ, и через три каталога на четвертый период он удаляется. Такие люди покрашены в красный цвет в распечатке по личной группе в разделе «Отчеты» в вашем личном кабинете. Вы даже можете увидеть этих людей и, может быть, даже позвонить им и сказать, что вам положен подарок по акции новичка, и ваш человек пойдет по стартовой программе вместо того, чтобы он... Ниночка, спасибо огромное. Вот, вместо того, чтобы он, как вам даже сказать, ушел от вас, да, он с вами останется, еще и полгода пойдет по подаркам. И это здорово, да. Далее, перерегистрация. Если мы с вами берем людей, да, мы с вами уже говорили про кодекс компании, что перерегистрации запрещены, человек не имеет права компании иметь два номера. И если вы хотите строить свой бизнес, передавая его по наследству своим детям, внукам, правнукам и так далее, вам нужно беречь свой номер и не подставляться ни под штрафы, ни под удаление. Да, а почему? Потому что есть люди наглые, они просятся, очень хотят работать в интернете, может быть, им лень свою систему обучения, еще что-то развивать, и они прилазят, да, к нам в систему, регистрируются, да, там под мамами, под мужьями, а потом получается, что этого лидера вычисляют, директора наказывают, лидера удаляют, а структура остается без наставника, и это невыгодно ни нам, ни вам, никому. Да, то есть никому не выгодно, ни директору, вообще никому, да. Вот, поэтому у нас с вами получается, что нельзя регистрировать человека, если он сам или его близкий родственник уже зарегистрирован в компании. Вот. Далее, значит, конечно же, наш доход с вами легальный. Вы его можете сделать не дополнительным, вы его можете сделать основным. Конечно, с нашей косметикой вы будете и выглядеть хорошо, с нашей одеждой вы будете и одеваться как с иголочки, да, и, конечно, ваши выплаты будут расти, если вы будете любить свою профессию. Конечно, если вы все это хотите, то нам нужно очень важно вот сейчас вот эти 6 пунктиков понять, что работаем мы без начальника, понедельника и будильника. Это значит, что вас никто подгонять не будет, но к работе мы относимся ответственно с первого дня, потому что это ваши деньги, ваши выплаты, и мы можем вам дать все инструкции, но заставить вас работать может только вы сами, так ведь? Вот. Далее, значит, выполнять все рекомендации, что-то непонятно сразу спрашивать, и, конечно, самый глупый вопрос, зарубите себе на носу самый глупый вопрос, это незаданный вопрос. Без обид, но вы тоже похорошели. Спасибо. Спасибо большое. Конечно, серия Platinum, я просто от нее в восторге, от этой серии. Вот. Далее, мы с вами сейчас понимаем, что работа по найму это так же стабильно, как и наша компания, но у нас есть то, чего нету на работе по найму. Это неограниченный доход. Мы можем тут легко перепрыгивать свою планку, ежекаталожно расти. Нас никогда не уволят, если мы не будем без конца нарушать правила компании. Бизнес у нас передается по наследству, да, и мы лично заинтересованы, чтобы вы вышли на более серьезный доход в кратчайшие сроки. Еще раз, мы лично заинтересованы, чтобы вы вышли на более серьезный доход в кратчайшие сроки. Мы дорожим вашим ростом. Мы рады за вас, понимаете? На работе по найму вас, если вы станете директором, захотят, конечно же, что сделать? Захотят посидеть, так ведь? А тут вас никто не подсидит. Вас, наоборот, вам будут все помогать, чтобы вы выросли. Вот это самое главное, то, что есть в сетевом бизнесе.
Это самое-самое главное. Ну что ж, дорогие коллеги, всем низкий поклон, что выдержали. 144 человека на вебинаре. Огромные молодцы, огромные умнички. Давайте с вами улыбнемся, разрядимся, и я отвечу на вопросы вверху. Давайте, кто-то будет улыбаться, а кто-то будет на вопросы отвечать. Так, так, вопросы. Так, Аня, что за сервисный сбор агентского пункта? У нас нет такого на ПВ. А его уже отменили по России, раньше он был. Сейчас просто плата за доставку, причем стала очень дешевая. Далее, Аня, повтор будет вебинара в личном кабинете? Будет, я разошлю обязательно запись. Аня, если в сообществе пишут, что не найден человек, а при регистрации говорит, что номер телефона уже зарегистрирован, как быть? Обратитесь к своему директору, мы с вами обязательно посмотрим. Обязательно посмотрим, потому что это важно. Скорее всего, человек где-то да был зарегистрирован. Может быть, его номер просто взяла какая-то подружка, да, чтобы зарегистрироваться под своим именем. Просто номер занят. Всякое бывает, всякое бывает. Далее, у меня дело доходит до реги, но боятся. Что делать? От чего именно боятся? Алевтина, попробуй именно позвонить человеку и 3 минуты с ним пообщаться. 3 минуты, рассказать о себе, компании. Все, много не надо. Может быть, они боятся, они подумают, они придут дальше. Тут в рекрутинге очень сильно срабатывает накопительный эффект. Мы же с вами не такие, что нам предложили работу, мы тут же побежали быстрее работать. Нет ведь, мы все равно думаем неделю, идти туда, не идти туда. Но нам нужны хотя бы сутки, хотя бы переспать с этой мыслью, потом туда прийти, согласитесь. Сразу, конечно, нужно пользоваться именно... дожималками, да, как это называется. Девчонки мне недавно посоветовали внести в шаблон переписки именно дожималки, и, в принципе, они хорошо работают. Хорошо работают, дожималку ставить видео подарки новичка, и пусть лидер посмотрит, какие подарки его ждут, что он в любом случае ничего не теряет. Что... Так, директор, минутку. Минутку, у меня куда-то все улетело. Так, не хотят анкету заполнять. Что за анкета, непонятно. Запись будет обязательно. Так, поскольку одинаковых писем можно оставлять в соцсетях? Окей, на мой взгляд, нисколько. Через антиспам пропускайте. А как пользоваться антиспамом, есть в моих шаблонах сообщений, которые я вам отправляла. Вот, так. Что значит заказала смс-код? Любочка, вам Нина помогла, спасибо огромное, что такое смс-коды в чате, да, в переписке. Кроме соцсетей есть еще актуальные методы для рекрутинга. Есть, я создаю ролики, выкладываю их на YouTube, и у меня приходит с них регистрации. Есть также, можно доски объявлений, можно настроить брендовые странички, рекрутировать с них, можно рекрутировать группой своей, да, много, очень много способов рекрутинга, конечно, есть, но я вам показала самый быстрый способ для роста, да, может быть, он самый проблемный, но он самый быстрый. Мне он нравится, я его люблю, и я не перестану так работать, пока не добьюсь того уровня, которого хочу, вот. Вот, значит, что делать, если наставник не отвечает по 6-8 часов, не видим в скайпе, иногда вопрос задаю, вечером ответит, ответ приходит утром, а выше него только Николай Андрейко. Сереж, попроси, пожалуйста, чтобы тебя добавили в чат новичков, и тогда ты будешь получать ответы намного быстрее. Не надо ждать наставника, если ему некогда. Может быть, наставник на двух работах пашет и хочет тут еще вырасти, стать директором. Поэтому, конечно, задавай вопросы именно в чаты новичков. Как делать картинки с вопросами? Это все по ссылочке. Это все по ссылочке. Вот. Может, не по теме, но, может, вы знаете... Если я из Украины, а мои новички из России, они будут рекрутеров, будут там набор столовых, все будет, да, это без разницы, с какой страны.
Сергей, а что поделать? Мой наставник мне не отвечает около недели. Лена, та же самая проблема у вас, я смотрю, да? А у меня тоже когда-то была такая проблема, но я не растерялась. А я писала и вопросы, и в чат, и всякое разное, поэтому у нас дружный коллектив. Не стесняйтесь писать в чат. Даже если в этом чате никто не пишет, будьте первыми, и вы расшевелите чат, и вы сделаете его дружным, и вы будете видеть, что вам помогли, а вдруг какой-то новичок задаст вопрос, и вы знаете на него ответ, и вы ему потом поможете, и будет просто супер, просто классно. Так, я про директора не помню вопрос, какой-то был вопрос про директора. К сожалению, я его запамятовала. Где можно будет взять ссылочку, чтобы переносить? Так, Светочка, ссылочка будет на моем командном канале YouTube, как обычно, в разделе «Вебинары и работа по продукции». Так, минутку. Вот мой канал YouTube. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте там эту штучку, колокольчик, и вам будут приходить оповещения о моих вебинарах. Вот. Так, директор 23%. А, ну да, 3000 баллов и 5000 баллов по структуре. А вот и есть, вот и вся разница. Да, да, ответили, да. Ну все, тогда всем спасибо за внимание, до свидания. Вы огромные молодцы. Вы...